Верховный суд Мордовии отказался отпустить участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову на свободу досрочно, сообщает Интерфакс. Суд рассмотрел жалобу на решение нижестоящей инстанции, отказавшей активистке в УДО, и пришел к выводу, что оснований для его отмены нет. В ходе заседания Толоконникова, которую специально этапировали в суд из колонии, заявила, что свою вину она признавать отказывается. «Я буду обжаловать приговор до конца, подам жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Вину свою я не признаю и не буду признавать. Я считаю это не минусом, как настаивает колония, а плюсом, ведь у меня есть принцип, которые я буду отстаивать», цитирует активистку РИА Новости. «Мое понятие об исправлении не совпадает с понятием начальника колонии. Но это не значит, что я плохая или он плохой. Я имею право на свою эстетику», указала Надежда Толоконникова. Прокуратура выступила против освобождения Толоконниковой. Представители колонии также считают, что активистка не встала на путь исправления. В частности, к материалам дела, поступившим в суд, была приложена справка о том, что она отказывается участвовать в самодеятельности. Напомним, Надежда Толоконникова отбывает 2-летний срок заключения в мордовской колонии. Она осуждена за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти. Хулиганством суд счел выступление группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Помимо Толоконниковой, к 2 годам заключения приговорили еще 2 других участниц группы — Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Последний срок заменили на условное заключение. Мария Алехина подавала на УДО, но ей отказали.